Команда президента посетила Омский, Муромцевский и Тевриский районы. В рамках программы «Россия – моя страна» в нашем регионе масштабный социальный проект, приуроченный к году семьи, который объявил президент Владимир Путин. К сельчанам приезжают волонтеры, представители облправительства, депутаты, известные спортсмены и артисты. В Тевризе на этот раз команда медиков. Организован бесплатный прием узких специалистов. Три бригады врачей из клинического медико-хирургического центра, из онкологического диспансера, из кардиологического диспансера и врач-невролог из детской областной больницы. Приехал очень большой состав специалистов, самых необходимых и самых нужных для жителей нашего района. В рамках проекта «Команда президента» врачи все чаще приезжают в районные больницы. Местным жителям бывает трудно записаться к узким специалистам, поэтому медики работают, не покладая инструментов. К детскому неврологу, например, всегда очередь. Тяжело, допустим, попасть на прием, который труднотранспортабельный. То есть там дети, которые там, с ДЦП, с эпилепсией. Также дети до года, которых тоже по морозам достаточно не увезешь в город, сложно. Ну и обычные проблемы наши, головные боли, там, проблемы с речью. Волонтеры и активисты Общероссийского народного фронта посещают семьи участников специальной военной операции. Ольга Просверякова – многодетная мать. Сейчас с тремя дочерями справляется одна, а мужа напоминает массивный аксессуар – часы. Перед уходом на СВО муж подарил мне, попросил, пусть останется на память, будешь вспоминать обо мне. Вот ношу всегда. Практически не снимая, это вот как такой вот атрибут память о нем. В Муромцевском районе фестиваль ГТО. Школьники собрались в спортзале, чтобы проверить себя на прочность. Поддержать юных атлетов приехали наставники из Омска. Такие фестивали пройдут везде по области. Команда президента в рамках программы «Россия – моя страна» посетила больше половины районов. В планах охватить все.